Всем здрасте. Я снова зажигаю, но уже в прямом смысле. Решил показать что-то из ряда вон выходящее. Чего только на ютубе не насмотришься, каких только фокусов. Одни жалкие потуги и фейки, а у чего-то настоящего это большая редкость. Я же вам покажу, как укрощают энергию, она становится послушной и податливой, прямо светится в руках. Попробуйте угадать, как мне удалось такое совершить, без каких-либо мощных энергоустановок и высоковольтных систем, да и абсолютно безопасные. Для тех, кто призадумается, есть некая подсказка. Еще год назад я выпустил предновогодний ролик по опытам со статическим электричеством. Хотел выпустить продолжение, но сильно занялся своими разработками по вихревой медицине, в частности энергопосохом и разоблачением одного из самых известных аферистов, Слободяна. К тому же в самом скором времени я выпущу ролик по раскрытию одной из тайн беспроводной энергии. А эта сегодняшняя шалость будет ее предзнаменованием. Как в самом показе, так и сейчас настоятельно не рекомендую пытаться повторить увиденное. Вероятнее всего, для вас это будет опасно. Теперь с нормальной температурой ему полагается пошалить. Я сегодня решил пошалить. Покажу вам кое-что, что, вероятнее всего, вы, наверное, никогда не видели. Но предупреждаю, все, что вы сейчас увидите, не советую пытаться повторять. Это чревато большими проблемами. Так как, вероятнее всего, многие из вас, кто решит это сделать, пойдет к своим загашникам запылившимся и начнет оттуда вытаскивать различные качеры, возможно, какие-то супермощные энергетические установки, но это вам не поможет. Да и можете себе беды наделать. Вот я вам показываю, что на мне ничего нет. Никаких проводов, ничего. Правда, места у меня здесь не слишком много. А показ должен быть довольно обширный. Ну, вот выбрал такой ракурс. Смотрите внимательно и наслаждайтесь.
Ну что, выдохнули? А теперь думайте. Эта шалость на самом деле весьма серьезная тема. Есть над чем пораскинуть мозгами, так ведь? Было бы больше места, возможно, демонстрация была бы более эффективна. Я даже мог бы провести подобное на улице, но у меня нет укромного уголка. Да и днем не проведешь, не будет такого эффекта. Вот тут пришлось освещение сделать как можно меньше. А ночью снимать подобное на улице, сами знаете. Наверное, за мной быстро приедут. Да и качество съемки у меня получилось не очень, сильно фокус достает. Но аппаратуры профи у меня нет. Так что как есть. Думаю, вам это сильно не помешало. В общем, шевелите извилинами, я дал вам повод. Всего хорошего!